Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, мы продолжаем проходить игру Суперсемейка, и сегодня у нас остров No Man's Sand на 33%, кстати, мы уже прошли игру, и, друзья, не забывайте писать тайм-коды с лучшими моментами в комментариях, а лучший комментарий с тайм-кодом из прошлого ролика, я думаю, вот этот, ну, в принципе, прикольно. Ну что ж, друзья, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан, нажимать на колокольчик и добавлять мне друзья ВКонтакте. Также после 100 лайков сразу же выходит новая серия. Ну что ж, ребят, поехали. И, кстати, я очень много серий снимаю подряд и ни одной еще не выложил. Это просто пипец. Сегодня выложу, наверное, первую серию. Остров No Man's Sand. Вот этот робот, которого нам нужно прибить. Итак. Кстати, ребят, я кое-что теперь знаю. А, во-первых, давайте возьмем сначала бонус. И потом, ребята, я кое-что узнал, то, что можно ломать там одну штуку так. Как-то можно ускоряться, я думаю. Ой, это не то. Здесь, короче, где-то должен быть бонус, насколько я помню. Ты где? Вот бонус. Вот бонус. Энергия и плюс бонус, отлично. Так, как ускоряться под водой? Никто мне не объяснит. Так, смотрите, во-первых, вот эту фигню можно ломать. Вот, то есть, смотрите, вот это можно ломать. Я недавно это узнал, когда пытался этот уровень пройти. Оказывается, их можно ломать. Далее, можно с помощью вот этого попугая, который будет орать, фармить энергию. И теперь у нас будет очень большая энергия. И уничтожить этого попугая невозможно. Так, давайте нафармим. Как будто ферма опыта у нас, ребята. Так, отлично. Теперь нажимаем R, чтобы удержать устройство. И отключаем лазеры. Быстрее бежим. До свидания. Так, ломаем генератор. Так, тихо, надо чуть-чуть звук врубить. Так, у меня максимальная энергия. Ой, сейчас лазеры врубятся, будет плохо. Так, надеюсь, этот уровень будет легче, чем прошлый, потому что прошлый уровень реально был, ну, сложненький, я вам скажу. Так, отлично. Идем дальше. Так. А, ну тут надо будет просто дверь выбивать. Так. Анка, успею или нет? Успею или нет? Не, не успел, окей. Окей, что-то я вообще не то делаю. Так, надо взять аптечку. Так. А, они вылазят бесконечно, что ли? Сейчас, думаю, успею на этот раз. А, не, они не бесконечно вылазят. Я понял. Я думал, что они бесконечно будут вылазить, но нет, нифига. Так, энергия. И поехали. В другую сторону. Да, кстати, какой-то странный механизм работы лазеров. Довольно-таки странный. Ну ладно. Так. Ого. Так. Сначала ломаем эту штуку.
Так. Так. И что теперь? Теперь опять крутить эту штуку надо. Давай. Так, теперь нажимаем. Так, и дальше, ребята, у нас сейчас будет робот, который первая версия, наверное, одна из самых первых версий робота огромного вот того, то есть, да. Скорее всего, это реально одна из самых первых версий этого робота. Так, возьмем аптечку. И что нам нужно сейчас сделать? Сейчас нам нужно... Ой. Так, смотрите, здесь что-то есть у нас. Давай. Так, тихо, я сейчас не смогу встать даже. Ай. Так, окей. Фух, отлично, смог. Смог все-таки это сделать. Так, здесь что-то можно вроде как пройти, насколько я вижу. Так. Так, и тут бонус. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, черт. А как здесь пройти? Может быть как-то... подожди, здесь как-то приседать же можно было. Я не помню, как... Во. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, ты чё, умер? Ох. Блин, ребят, я походу сдох. Окей, попробуем сейчас еще раз. Так, ребят, снова на этом моменте. Опускаю двери эти. Точнее, поднимаю их. И теперь... Так, надо взять хпшки. И уничтожит... Офигенно, просто. Просто круто. Боже мой, какой тупой... Ну и что это за хрень, блин? Ладно, идем сюда. Давайте скоротим путь. Тут мы уже были, тем более. Так, теперь тут надо приседать. Блин, точно! Так, возьму, пожалуй, эту штуку. Отлично, меня все равно тронуло. И хп у меня почти уже нет. Ай-яй-яй. Так, тихо-тихо-тихо. Так. Ура, хп, фух. Боже мой, я смог. Так. Наконец-то, контрольная точка. Блин, это было сложно, честно говоря. Я думал, мне не туда, кстати, идти. Но мне уже все равно, фух, я не буду никуда возвращаться. Фух, это было стрёмно. Возьму эту штуку, но... Да, мне она нужна была все-таки эта штука. Но я ее еще раз возьму. Потому что я понимаю, что мне... О, фух. Мне кажется, надо старой доброй тактикой. А, ну ладно. Да, все равно контрольная точка рядом, поэтому мне ничего не страшно. Но мне все равно интересно, что надо делать. Наверное, просто ломать вот эту вот эти вот штуки. И все, наверное, да? Бабах. Так, ну сейчас.
Наверное, надо сломать штуки по бокам, скорее всего. Сейчас попробуем, могу ли я в них попасть вообще. Нет, не могу. Окей. Так, прыгаем на пальмочки. Так, до свидания. Так, теперь что? Теперь нам нужно вот эти штуки ломать. Там что-то можно было делать. Быстро R, чтобы рассчитать дорогу. А, чтобы расчистить. Нифига. Что-то эта штука пипец как мне дамажит. Нифига себе, что она мне так дамажит жестко. Успею. Наконец-то сломал. Так, отлично. Так, теперь самое главное, чтобы были хпшки для меня. А то я фиг пройду. Этот уровень вообще. Может быть, тут где-то есть бонус? Нет, нигде бонуса нет. Отлично, опять робот. Которого я хрен могу победить. Потому что он очень сильный. Ненавижу этих роботов. Интересно, как мне его теперь побеждать. Итак. Я так понял, мне надо возвращаться. ХП. Как я рад этим ХП. Я очень им рад. Вы не представляете, насколько я рад этим ХПшкам. Мне нужна вторая контрольная точка. Потому что я этого не выдержу перепроходить. Так, разок. Поехали. Так. Ура, вторая контрольная точка есть. Так. Чтобы на коне дерево. А, окей, понял. Фух, вторая контрольная точка есть. Слава богу, все. Теперь наконец-то осталась последняя. Ой-ой-ой. Так, фиговенько. Очень фиговенько. Надо бы сломать. Но у меня есть уже контрольная точка, поэтому я могу не переживать, да. Поскольку контрольная точка у меня уже есть. Так. Кстати, я мог эту штуку вырубить, да, наверное? Сразу. С помощью тех пуль. Так, теперь самое главное, чтобы меня опять не скинули. Отлично. Так, и теперь я могу с помощью буквы R... Теперь нужно уничтожить эту. Так, тихо. Так. Вот, если уничтожить сразу эту штуку. Ага, все, я понял. Окей, сразу уничтожить полностью эту штуку нельзя будет, поэтому окей. Ладно. Сразу уничтожить ее нельзя. Ладно. Это плохо. До свидания. Мне интересно, как он из него может стрелять? Ну ладно, это уже не важно. Короче, надо уничтожить башню. Уничтожаем, короче, по одной. А потом... Так, одна башня есть. Нифига себе дамажит. Много, много дамажит, согласен.
Давай ломай башню. Так, отлично, башня есть. Так, осталось уничтожить корабль. Можно просто прижать, кстати, пробел и все. Инверсия! Чертова инверсия. Отлично, мы уничтожили корабль. Так, теперь у нас есть тарелочка. Так. О, у меня хп полное, кстати. А, да, сохранение же. Так. Так. О, там можно эту штуку взять, ребята. Пошли за бонусом. Там в бонусе может быть видосик, который мы будем смотреть потом после прохождения уровня. Так, самое главное, чтобы меня сейчас ничто не выкинуло. А, ну да. Мне интересно, как за этим бонусом пойти. А, надо походу обратно. Так, ну давайте, в принципе, мне нечего пока что терять. Контрольная точка тем более есть. Пальмы есть всякие, поэтому... А, я думал, надо, чтобы это было особое приглашение в виде пробела надписи. Фух, слава богу, я думал, оно сейчас не сработает, и что-то мне придется делать. Умирать, например, идти. А, надо все типа заново так перепроходить. И вот так прыгать. Окей, я понял. Отлично! Я еще и не успел. Ладно, давайте я сюда дойду тогда и продолжу. Так, ребятки, взял бонус. И теперь в прыжку иду на финал данного уровня. Наконец-то! Фух! Да, уровень занял 20 минут, только потому что я первый раз сдох. Я не знал, как проходить. То есть я не знал, то, что можно очень прям так быстро идти. И да... Ну что ж, друзья, на этом все. Забрали несколько бонусов. Обязательно пишите лучшие моменты этого видео. Добавляйте меня, друзья, ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте. Не забывайте, что после 100 лайков новая серия. И в следующей битве у нас будет босс в этой игре. Ну, у нас, кстати, уже был босс только что, это кораблик. Но будет еще один босс офигенный. Поэтому, друзья, на этом все. Всем удачи, всем пока. Делайте то, что я только что говорил. Подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.